Мы едем в Нижнеангарск. Районный центр. Это БАМ. Это такие вот галереи, чтобы на голову камушки не падали. С этой стороны у нас горы и БАМ с левой. А с правой стороны, пожалуйста, оператор, дайте вид справа. Вот, вот там за деревьями Байкал. Ну, мы его дальше рассмотрим. Федик потом. Сейчас выскочим, где деревья не будет, и рассмотрим. Пристально. Снято. Туннели строят настоящие мужчины. Видишь, в туннель трасса ушла. Ну, мы не увидели этого. Ну, вот так вот. Зато вот Байкал. Да. Это вот уже то побережье. Та сторона. Мы сегодня доедем до самой северной точки Байкала. Мы едем прямо по берегу. Ну, конечно. Там столько рыбы, это капец какой. Чуть дальше, чуть дальше. Смотри, сколько... Вот это да! А это интересно видно, а? Смотри, сколько лодок. Может, это утки? Ага. Это люди просто на трассу выехали, машины поставили. Да, на лодку и туда. На лодку и ловить рыбу. Да, и рыбалить. Я не могу. Все, поплыли. Это поселок Нижнеангарск. Административный центр Северо-Байкальского района. Вот это вот районный историка. О, Краеведческий музей. Да, вот видишь как. Да, вот, я бы зашла. Вот самый центр. Сейчас все закрыто все. 9 часов. Вот это вот центр, получается, сам Нижнеангарска. Вот. Тут прямо доска почета с другой стороны. А доска здесь? Славы. Это тут что-то. И Байкал. Да, и Байкал. Все рядом. Так, вот это что ли дамба, нет? Похоже, что вот это дамба. Ну-ка, давайте прокатимся сюда. Похоже, что вот это дамба. Это для всех остальных. Папа, там уже с флагом. Здесь плещется рыба. Летают чайки и очень много рыбаков. И мы хотим тоже, как они, взять лодку на прокат. Приехать рано утром. Подойдем этому.